Приветствую вас. Основная идея заключается в том, что поведение своего ребенка вы воспринимаете как оскорбление. И на мой взгляд, это, наверное, самая серьезная проблема, потому что получается, что ребенок может вас задеть, получается, что ребенок может вас оскорбить, а это значит, что вы недостаточно уверены в себе, недостаточно обладаете, скажем так, недостаточно четкими представлениями о себе. Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, это то, с чем нужно вам работать. Вот, на мой взгляд, это то, в каком направлении вам можно и нужно двигаться. Вот. То есть сначала. Возможно. Перестать. Оскорбляться и обижаться на ребенка за то, что он так вот реагирует на вас. В том числе он это делает из-за своего отца, да, он вот поступает таким образом, в том числе из-за своего папы, который на вас обижен, а ребенок, тяготея к отцу, в общем, поддерживает его. И вам, чтобы адекватно общаться с ребенком, нужно в какой-то степени перестать оскорбляться. Вот. То есть тут, помимо того, что нужно смотреть, как вы выстраиваете взаимодействие со своим сыном, да, как вы с ним общаетесь, то есть тут может быть еще с его стороны какая-то вот реакция защиты, да, то есть он чувствует у вас угрозу, может быть. Ну, а с другой стороны, вот, как я сказал, как раз такие вот только света. И когда, если вы разберетесь в том, что вас оскорбляют и задевают, вы сможете уже для себя понять, а как бы вы хотели выстраивать отношения со своим сыном. Вот. В каком ключе вы хотели бы решать
ну, ну, в каком ключе вы хотели бы взаимодействовать со своим сыном. Вот. И вот, собственно говоря, это и есть то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Это то, что я могу вам сказать. В целом, вы сами, я надеюсь, понимаете, что будучи взрослым человеком, спрашиваете у нас о том, как вам себя вести, да, спрашиваете нас о том, как поступать. Вот, ну, мне кажется, что это не совсем корректно по отношению к вам и в какой-то степени даже, на мой взгляд, обесценивающий. То есть это обесценивает вот то, что, как вы, ну, вообще говоря, к себе относитесь, то, как вы себя воспринимаете. Да? Вот. Дальше. Дальше. Какая у вас имеет место быть мотивация всегда начинать общение самостоятельно? То есть почему вы это делаете? Как вы воспринимаете своего сына? Например, как вы видите его? Что он для вас значит? И так далее. Это очень важный момент. То есть тут крайне важно, чтобы ваши потребности, чтобы ваши желания были органично вписаны в восприятие сына, и чтобы вашей целевой основной целью было желание сделать вашего ребенка счастливым, ну или дать ему что-то. Без этого, я боюсь, ваши отношения будут проблематичны. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Не забывайте, пожалуйста, что для того, чтобы нормально взаимодействовать с вашим сыном, вам необходимо сперва избавиться от своих обид. Обиды очень мешают. Вот. Я не говорю, что у вас не должно быть обид, я говорю всего лишь о том, что сперва нужно разобраться с обидами и только после уже взаимодействовать с людьми. Это касается не только вашего сына, это касается всех абсолютно людей. Удачи вам, всего самого доброго.